lay deal with two issues. One, the question of how was Christ able to be crucified so quickly? И мне хотелось бы разобрать еще два вопроса. Первый вопрос, как получилось так, что так быстро смертный приговор был приведен в действие, так быстро распяли Христа. And then secondly, the question of did Jesus really spend 3 days in the grave? И второй вопрос, который хотелось бы рассмотреть, на самом ли деле 3 дня и 3 ночи провел Иисус Христос в гробе. First, let me lay out some of the groundwork that I believe was providentially put in place by God Himself. Сначала мне хочется поговорить о том основании, которое, я думаю, что в Божьем замысле или по Божьему провидению уже было заложено. Because it was God's will that Christ die on the cross. Потому что Божья воля заключалась в том, чтобы Иисус Христос умер на кресте. Even though it was an evil thing that human beings did to Jesus, it had to happen. А несмотря на то, что люди поступили жестоко с Иисусом Христом, все равно это событие должно было произойти. Because Jesus was sent to die for the sins of the world. Потому что изначально Иисус Христос был послан в этот мир, чтобы умереть за грехи этого мира. And if Christ had not died, the penalty of our sins would not have been paid. А если бы Христос не умер, то никто бы не заплатил ту цену, которую нужно было бы заплатить за наши грехи. So the question is, how could the crucifixion have taken place the way it did? И вот первый вопрос, который мы будем рассматривать. Как же так случилось, что распятие так быстро произошло? Because the crucifixion was really the result of the frenzy of the crowd. А вообще распятие стало результатом того, что было смятение в народе, толпа кричала: «Распни его!» And if there's anything we can say about the Roman government, а если мы что-то с вами уже и можем сказать о римском правлении, it is that they had systems in place to prevent lynch mob kind of justice, that is crowd то мы можем точно сказать, что вот в Риме и в правлении других провинций была разработана специальная система, которая способствовала тому, чтобы не было вот такого линчевания, так называемого, или чтобы толпа не убивала кого-то ради вот своей справедливости. You see, the Romans established a system whereby the Jews could not execute a criminal without the approval of the Roman authorities. И вот в соответствии с этой системой евреи не могли смертный приговор осуществлять или кого-то убивать, кого-то казнить без одобрения римских прокураторов. And secondly, they would always want the criminal to be tried by the authorities in the region where they lived. И естественно, что того, кого считали преступником, необходимо было судить в той области, в которой он находился. And thus, execution usually came as the result of a fairly lengthy process of trials and interviews and so forth. И таким образом, очень часто, если смертный приговор приводился в действие, то только спустя какое-то время, после того, как было несколько судов, разбирательств, допросов и так далее. And for someone to be executed in Jerusalem, it would usually take quite a bit of time for that to take place. И если кого-то хотели казнить в Иерусалиме, то должно было пройти какое-то время, прежде чем это действительно произойдет. One, because the execution couldn't take place until it was approved by the Roman governor. Во-первых, необходимо было дождаться одобрения со стороны римского прокуратора. Now remember, the Roman governor, Pilate, did not live in Jerusalem. Помните, мы с вами говорили о том, что римские прокураторы и прокуратор в то время Понтий Пилат не жили в Иерусалиме. He lived in Caesarea. Он жил в Кесарии. 100 kilometers away. Это где-то в 100 километрах от Иерусалима. And so if Jesus were to be accused of a crime, he would have to be sent all the way to Caesarea. И вот по существующим порядкам, если Иисуса Христа обвиняли в совершении какого-то преступления, то его должны были направить в Кесарию для того, чтобы предстать там
перед прокуратором. Now in the case of Jesus, there was an added difficulty. А вот в случае с Иисусом Христом была еще дополнительная трудность. Because Jesus did not live in Jerusalem. А дело в том, что Иисус Христос сам не был родом из Иерусалима, он не жил в Иерусалиме. He was among the pilgrims who traveled to Jerusalem for the Passover time. А он был среди тех паломников, которые пришли специально в Иерусалим для празднования Пасхи. Jesus' home was in Galilee. А родом in Capernaum. Был, или вернее, жил в последнее время Иисус Христос в Галилее, в Капернауме. About 120 kilometers away. Это где-то 120 километрах от Иерусалима. And so, if Jesus were to be accused of a crime in Jerusalem, he would have to be sent back to Galilee to be tried there under his king, which was Herod Antipas. А и в соответствии с правилами, Иисуса Христа вообще должны были тогда после обвинения отправить в Галилею, чтобы там он предстал перед царем, а в то время царем там был Ирод Антипа. But a third thing that would need to happen in order for crucifixion to take place is you would need to have a large crowd that would be stirring up trouble and demonstrating against this criminal. И третье условие, которое необходимо было для того, чтобы смертную казнь привести в действие, это наличие такой вот большой толпы, которая бы выступала против этого преступника. And yet Jesus was tried and put to death within a period of about 12 hours, half a day. Но фактически за полдня была решена судьба Иисуса Христа, где-то за 12 дней, за 12 часов закончились все разбирательства. There's only one way this could happen. И можно это объяснить только следующим образом. Есть только один вариант объяснения. And for this crucifixion to take place, three things had to be in place. То есть мы говорили, что для того, чтобы смертную казнь привести в действие, нужно было соблюсти вот три условия. First, you would need a crowd of people in Jerusalem to stir up trouble and put fear in the hearts of the authorities. Во-первых, должна была быть толпа, которая бы начала беспорядки в городе, и естественно, что римские власти очень не любили беспорядки и боялись их. Second, Pontius Pilate would have to be in Jerusalem. А во-вторых, чтобы все было быстро, необходимо было, чтобы Понтий Пилат, прокуратор, был в Иерусалиме. Because if Jesus were transferred from Jerusalem to Caesarea for trial, the frenzy of the crowd would be gone, and he would have been able to get a fair hearing. Потому что если бы Иисусу Христу пришлось еще путешествовать в Кесарию, чтобы предстать перед прокуратором, то естественно, что вот эти вот беспорядки, которые создавались толпой, они бы уже к этому времени утихли, то есть одного условия бы не было. But because Jesus was from Galilee, и кроме того, мы говорили, что Иисус Христос был из Галилеи, it was also necessary that Herod be то есть необходимо было, чтобы в Иерусалиме также присутствовал бы и Ирод Антипа. And in the providence of God, all three of these needed events came together. И вот по Божьему проведению все эти три условия или все эти необходимых три фактора для того, чтобы смертный приговор привести в действие, как раз сошлись в одном месте в Иерусалиме. So we have the crowd in Jerusalem. Итак, в Иерусалиме собралась большая толпа. Well, then, what is it that happens during the holiday times when the pilgrims come to Jerusalem? А что же происходит в Иерусалиме во время праздников, когда туда стекается очень много паломников? Remember, I said yesterday that's when Pontius Pilate would come to Jerusalem. He'd leave Caesarea. Помните, я говорил вчера о том, что именно во время различных религиозных праздников прокураторы и Понтий Пилат в том числе должны были быть в Иерусалиме. And he'd bring with him his soldiers in order to maintain order in the city to prevent crowd activity and rioting. И Понтий Пилат приезжает вместе со своей армией. Армия должна присутствовать там на тот случай, если будут беспорядки или какие-нибудь мятежи. And so during the Passover time, Pilate was in Jerusalem
with the soldiers staying at the fortress of Antonia. Вот во время празднования Пасхи Понций Пилат вместе со своей армией остановились в крепости Антония. Which you can see is well located right next to the temple area where the crowds would tend to gather. У крепости Антония было очень хорошее географическое расположение, потому что она была недалеко от храмовой площади. Естественно, что в основном народ собирался как раз вокруг храма, и эта местность хорошо просматривалась из крепости. But also because it was Passover. Кроме того, из-за того, что это был праздник Пасхи. And many people from Galilee would travel to Jerusalem to celebrate the Passover. А многие люди также из Галилеи шли в Иерусалим для того, чтобы праздновать этот праздник. Herod Antipas would also go to Jerusalem just to show his support of his people during the Passover time. А естественно, что Ирод Антипа тоже отправился вместе с народом для того, чтобы показать, что он поддерживает религиозные праздники, поддерживает народ. And he would stay, you know, not in his father's palace. Однако он не остановился в храме, во дворце своего отца. But he would stay in his own palace that was just not far from the father's palace, right? Недалеко от дворца отца располагался его дворец, и вот там он и остановился. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Another thing I wanted to deal with in the question of these events of the last week. Итак, мы с вами говорим о событиях, которые проходили в последнюю неделю жизни Иисуса Христа. Is that the scriptures say that Christ was in the tomb for 3 days? А в Писании говорится о том, что Иисус Христос провел в гробнице 3 дня. But if he died on Friday, но мы говорим о том, что он умер в пятницу, and he rose on Sunday, а воскрес в воскресенье, he really only spent one full day and then maybe a day and a half in total in the grave. То получается, что вот он провел один целый день и еще плюс полтора, может быть, дня в гробнице. How do we deal with this problem? Вот с таким вот противоречием, что нам делать? Anybody have any suggestions? А кто-то уже знает ответ, как считать 3 дня? Как получить 3 дня? До заката. So we need to start with the sunset. Okay. Okay, even if we start with sunset, he was probably put in the grave 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon on Friday. Даже если мы начнем с заката, то, скорее всего, он был уже погребен либо в 3, либо в 4 часа дня. And sunset on Friday begins Saturday. А в пятницу, если считать закат, то это уже начало субботы получается, а не пятница уже. And so if he were to have risen from the dead sometime in the middle of the night on Saturday night, Sunday morning. И если он вот воскрес где-то вот уже в конце ночи, в начале утра, то есть получается в субботу либо ночью, либо в воскресенье рано утром. It still only amounts to about a day and a half. А все равно получается где-то полтора дня, если целиком считать. Any other thoughts on this? Mm-hmm. Кто-нибудь знает? Как получается 3 дня? Что делать? Well, you know, it's caused some Bible teachers to suggest that Christ was not crucified on Friday. А вот из-за такого видимого противоречия некоторые богословы стали думать, что, наверное, не в пятницу произошло распятие. But rather he was crucified on Wednesday. А уже в среду был распят Иисус Христос. And that he was put in the grave on Wednesday. И погребен он тоже был в среду. Then Thursday, Friday, Saturday. И тогда получится, что он еще в четверг, в пятницу, в субботу был в гробнице. And then rose on Sunday. А в воскресенье воскрес. Now that would account for 3 full days. А если вот так считать, то, конечно, можно насчитать 3 дня. And say if you take away that silent Wednesday where there's no activity mentioned. Или, например, когда вот не считают вот среду, мы говорили о том, что ничего не происходило в среду, нет никаких описаний о среде. And then to realize that on Thursday we don't have any reference to Jesus' presence in Jerusalem.
until Thursday evening. И также, что касается четверга, то только вот записаны те события, которые происходили в четверг вечером. So that you, if you push the events of Thursday evening actually till to Tuesday evening, you can still get 3 days for the crucifixion. From Thursday to Tuesday. Yeah, if you take the Lord's Supper on the upper room supper on Thursday evening, make it Tuesday evening. А и вот они, значит, пытаются перенести даже вечерю Господню, которая была в четверг, перенести ее на вторник вечером. И тогда можно вот сдвинуть и получить эти 3 дня. You can fit those events in. То тогда вот эти события происходили в другом порядке. The problem with this structure. Однако при такой структуре тоже возникают проблемы. Is that it pushes all of the events of Jesus' days in Jerusalem too close together. Получается, что события, которые вот происходили в последние дни жизни Иисуса Христа, слишком уж близко располагаются друг к другу. And it does not fit with the time needed to transpire between some of these events. И недостаточно будет времени, которое должно было пройти между событиями. For example, the cursing of the fig tree on one day. Например, в один день он должен был сказать проклятие на смоковницу. And then having to come back the next day to see that the tree. А только на следующий день он возвращается и говорит, что дерево засохло. And then to have Christ go through the conflict with the authorities and move from that into the evening Passover meal with his disciples is just too much activity for one day. И, например, очень трудно поверить, что в один и тот же день вот были эти конфликтные ситуации с иудейскими властями, и сразу же после этого он переходит к вечере со своими учениками. Слишком много деятельности для одного дня. How then can we answer this question? Как же тогда нам ответить на этот вопрос? I think what is helpful to us is to understand something of Jewish culture and the way they determine what would be a day or not. В данном случае нам необходимо обратиться к иудейской культуре и посмотреть, что же считается днем у них и как они исчисляют дни. In ancient Jewish culture, if you did something on any part of a day, that was considered a day. В иудейской культуре, если что-то происходило в течение этого дня, это уже считался один день. The day did not need to include all 24 hours. Не обязательно под днём нужно было понимать сутки, то есть 24 часа. And of course the Jesus talks about being 3 days in the grave, just as Jonah was 3 days in the stomach of the fish. Иисус Христос сам говорил о себе, что он будет 3 дня в гробнице, как Иона был в чреве кита. Или большой рыбы 3 дня. But the Bible also speaks of the resurrection taking place on the third day, not after the third day. И в то же время в Библии также говорится о том, что воскресение было в третий день, не по прошествии 3 дней, а на третий день. If it was on the third day, а если действительно на третий день произошло воскресение, Then 3 days would be involved. То тогда у нас и получается 3 дня. If it was after the third day. А если бы воскресение было по прошествии 3 дней. That would mean he rose on the fourth day. То тогда получается, что он воскрес на 4-й день. So if we see that in Jewish thinking, any part of a day constitutes a day. Итак, в иудейской культуре любая часть дня, утро или день или вторник, это уже один день. We take into consideration, as I think it was Andre that pointed out, that the Jewish days did not begin in the morning; they began at sunset. И также вот как вот Андрей сказал, что иудейские дни начинались не с утра, а начинались с заката. That's why Jews don't begin their celebration of the Sabbath on Saturday morning. They begin on Friday night. Поэтому не в субботу начинают утром празднование Пасхи иудеи, а в пятницу вечером. So you say that Jesus died on the cross. Поэтому мы можем сказать, что Иисус Христос умер на кресте. Was taken down from the cross probably about 3 o'clock in the afternoon. И где-то в 3-4 часа вечера. Он уже был снят с креста. And placed in the family tomb of Joseph of Arimathea. Он был положен в гробницу, в семейную гробницу Иосифа.
That was Friday. Это все в пятницу происходило. That consists of one day. А поэтому это считается как целый день. Then from sunset Friday night to sunset Saturday night is the second day. И вот второй день это уже от заката с пятницы по закат субботы, это второй день. And then the third day would begin at sunset Saturday night. И третий день начинается с заката в субботу. So if Jesus was raised from the dead sometime in the darkness of the night on Sunday morning. А если где-то вот воскресенье утром, пока еще ночь не завершила, когда заканчивалась ночь субботняя, воскрес Иисус Христос. That was the third day. Тогда уже это будет третий день.